Мы продолжаем следить за похожей ситуацией в Павлодарской области. Аким региона прокомментировал частые конфликты между сельчанами и инвесторами на озере Маралды. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Булат Бакау сообщил, многочисленные проверки подтвердили законность действий владельцев озера. Уже несколько лет жители села Жилы-Булак выражают недовольство работой арендатора соленого озера. Их возмущает запрет на вход в курортную зону. Разбирательства нередко заканчиваются драками и даже стрельбой. Но, по словам Бакаува, причиной разногласий является борьба с браконьерской ловлей рачков Артемия. По озеру Муралды это браконьерство, оно в корне будет пресекаться. А все остальное уже многочисленные проверки надзорных органов. И сейчас была создана рабочая комиссия, и никаких вопросов к незаконности выделения этих 38 озер нету. Глава региона прокомментировал и работу общественного транспорта после того, как жители пожаловались на долгие ожидания автобусов. Булат Бакаук сообщил, что автобусный парк области обновлен на 76%, что превысило средние показатели по всей стране. Приобретено 10 электробусов и 20 дизельных автобусов, которые занимаются перевозками жителей города и сельской зоны. В Павлодаре мы сохранили и продолжаем развивать трамвайную систему. За 2 года трамвайный парк пополнился 23 новыми вагонами. Постепенный переход на экологически безопасный общественный транспорт должен дать свой эффект.